Всем привет! Сегодня решила сделать бараньи отбивные. Вот такие у меня два кусочка баранины лежат. Но это для Колина. Вы знаете, здесь, в Англии, для баранины, если блюдо из баранины, то к нему уже продается готовый мятный соус, соус из мяты. Но я решила сделать сама, хоть соус у нас и есть, но я решила сделать сама и посмотрим, что из этого получится. Кстати, вот эти отбивные барани я готовлю впервые. Для этого нам нужно оливковое масло, соль, перец, вы видите, хлебные крошки, сыр бри 55 граммов, петрушка и мята из моего огорода. На гарнир я решила сделать вот такие вот, написано sweet potato fries, но это сладкий картофель. Чипсы из сладкого картофеля. Я их запеку в своем аэрогриле, в своей машине. Что мы делаем? Для начала мы соль и перец и поджариваем на сковороде 3-4 минуты. Все посолила, поперчила. На разогретую сковородку с оливковым маслом положила бараньи отбивные. И сейчас поджарю их с каждой стороны по 3-4 минуты. Ну или до тех пор, пока они станут золотистыми. Вот такой цвет приобретут. Пока баранина обжаривается, приготовлю топпинг. Ну, то есть то, что будет поверх баранины. Что я сделала? Смешала сыр бри, порезала его на кусочки, добавила туда хлебные крошки и свою зелень. Вот смотрите, получилась такая смесь, достаточно плотная, потому что сыр бри, он хоть и мягкий, но на терке его особенно не натрешь. Поэтому я его порезала на мелкие кусочки и вот смешала со всеми остальными ингредиентами. И получилась вот такая вот масса у меня. Но сейчас намажу эту массу на поджаренную баранину, и она немножко у меня разойдется. Этим рецептом со мной поделилась одна из моих приятельниц. Говорит, попробуй, тебе понравится. Ну, а я решила испробовать на Колине, потому что он достаточно такой, знаете, предвзятый едок. Все, сейчас поставлю свой картофель в аэрогриль, а мясо ставлю в духовку 180 градусов, вы видите, ну, где-то, наверное, минут на 15. Ну, или буду смотреть по готовности. Ну вот, показываю, что у меня получилось. Вот такие бараньи отбивные под сырной корочкой. И, как я уже сказала, Колин у меня достаточно предвзятый едок. Но здесь он был просто восхищен. Говорит, очень, очень было вкусно. Подала зеленым горошком. И на сладкое Колин готовит десерт английской кухни, который называется Eton Mess. Можно перевести как итонская мешанина, итонская путаница, итонский беспорядок, хаос и так далее. Очень легкий и простой и представляет собой смесь из ягод, чаще всего это бывает клубника, потом безе и взбитые сливки. Но мы делаем по-своему. Безе мы не готовим, мы его уже купили, готовое. Вот сейчас Колин покрошил безе, добавляет туда уже нарезанную клубнику, еще добавит малину. Затем очередь мороженого. Возьмет сейчас шарик мороженого и добавит его не весь. А смотрите, что будет делать. Будет вот так потихоньку его стругать. Ну, то есть, действительно наводит такой, знаете, беспорядок. Дальше идет очередь сливок, немного вливает. Затем опять все перемешивает и в конце добавляет немного шоколадного соуса. Вот такая красота получилась. Всем приятного аппетита!